Дорогие друзья, всем привет! Сегодня у нас выпуск на аккаунтах у подписчиков был, выпуск на твинке был, и пришло время основы. Сейчас буду разрывать в глобале колодой, на которую я не знаю, как мне будут отвечать соперники. Это, ребята, гигант и три спыла, только здесь не фаербол, а молния. Сейчас, не знаю, мне кажется, более актуальнее будет взять молнию. Фаербол, конечно, проще там дефать там орду, мух, трех мушкетов, да, то есть всю в толпу кинул фаер и все разнес. В принципе, его можно брать вместо молнии в эту колоду, очень здесь хорошо дефать вышибала, мини-пека, стрелы у нас есть, зап у нас есть, короче, я не знаю, просто что, вот, что мне будут соперники, что они мне сделают, да? Не, ну, понятное дело, что какие-то топы меня, может, и выиграют, ну, поехали, в общем, я хочу этой декой повыносить немножечко, я... Всегда бомблю, когда вижу у соперника, ну, слишком много спылов, когда у него есть, сука, и фаер, и поизен еще, там, и ракета. Ой, ну ладно, это перебор, конечно, ну, к примеру, да, фаер, допустим, и ракета у него есть. Также у него еще стрелы, бревно есть. Меня просто сводит с ума, когда я тем более играю с каким-то бейтом, ну, к примеру, там, спелбейтом, да, вот. К примеру, спеллбейт только и есть, да. Ну, там есть локбейт, забейт, ну, это уже подразделение бейтов, ну, я сильно не углубляюсь в эту тему. Так, слушайте, ну, что ж, вышибала ж не сдохнет, правильно? Нет. Зачем торнадо было, непонятно. Там один вышибала был. Так, ну, конечно, конечно, забирает спарки мою вышибалу, но у меня просто не было разряда. Готовим стрелы, окей. О, вообще идеально, смотрите. Смотрите. Бэм-бэм. И сейчас вот здесь, смотрите, какой разрядик. Вот так вот, оп, и все. Ну, шикарно же, согласитесь? Шикарно. Конечно, у соперника опасная колода. И палач, и спарки, и торнадо. Тут надо будет аккуратно все делать, потому что очень будет трудно задефать комбинацию с палачом. Вот, но опять же, для этого у меня будет молния. Молния, стрелы, надеюсь, что все будет окей. Так, фаербол, окей, это нормально, но мини-пека все равно тыку сделает. Даже две, вообще шикар. Жир, жир, пацаны, это прям... Да-да. Давайте вылюбим соперника. О, так, во, люблю тебя. Вот, давайте ставим гиганта. Поехали с правой стороны. Теперь будем выносить ему. Так, чтобы его подкинуть, просто... мушкетку, да? Подкинем мушкетку. Так, вот как-то вот здесь. Вот так вот. Отлично, у нас есть разряд, если что. Если он будет торнадо использовать. Ну, в принципе, разряд нам не понадобится. Так, вот что я думаю. Вот что я думаю. Наверное, вышибалу сюда кинем. Ой, мини-пеку не хочу сливать сейчас. Блин, жалко вышибалу. А ведь нет, блин, ты офигел, что ли. Ладно, мини-пека. Летучие мышки. Здесь используем разрядик, хорошо. Здесь используем мушкетеру. Отлично. Так, минус гигант. Так, фаербол, тоже найс. Здесь давайте выбросим мини-пеку. Отлично, как раз после того, как спарки выстрелила. И забрасываем гиганта. Остается 23 секунды. Да, палач вот тут, конечно, сыграл неплохо. Эть, блин, ну вообще повезло парню. Если бы мини-пека тычку сделала, то минус бы палач был бы. Так, тут надо... Ой-ой-ой, слушайте, а я сейчас могу не задефать. Мини-пека. Так, все, молния ж добьет. Добьет. Пау, и победа. Ну, мне, опять же, тоже повезло, я считаю, что я играл против спарки только что, потому что, ну, я ему так более-менее контр. Да вообще, на самом деле, вышибала много чего контрит. Я знаю еще колоду, вообще прям убойную, когда есть в колоде и вышибала, и палач, и торнадо. Честно сказать вам, против этого очень трудно держаться, и, ну, все зависит от того, конечно, какая у вас дека. С мортирой, в принципе, возможно это делать, хотя вышибала мортиру тоже контрит. Ну, в общем, ой, лучше бы я мини-пеку, сейчас же разряд будет. Пожалуйста, не надо разряд, шикарно, шикарно. Может, побоялся разряд, потому что думает, что у меня что-то с байтом. Не, он наверное... Слушайте, если там пушка, так я сейчас молнии, смотрите. Давай пушку. Ладно, не хочешь, как хочешь. Так. Так. Так, отлично, валькирия не пошла на мушкетера, это вообще прям фейл для него. Так, слушайте, давайте закинем мини-пеку, чтобы мушкетер еще жил. Отлично, готовим разряд. Сейчас будут какие-то скелетики, либо какая-то поебень. Разряд, отлично. Я думал, вообще шикарно. Так, вышибала. Да пацаны, ну вообще шикарная колода. Ну чем вам не колода, ну реально, ну понятное дело, что
Ага, я понял. Завис Wi-Fi. Завис Wi-Fi. Извините, завис экран. Кстати, по поводу лагов. Завтра уже придет Lightning-переходник. Надеюсь, что через адаптер лагать не будет. Я его уже заказал, он завтра должен прийти. То есть в понедельник. Я не знаю, когда вы смотрите под этот видос. Вот, поэтому не переживайте, лаги это временные. Но это Wi-Fi, он у меня иногда проседает, я не знаю. Вроде бы роутер нормальный, но как видим, что бывают косячки, но проблема исправится. Я заказал вот этот шнурок, который должен как бы напрямую передавать изображение. Все будет пучком, надеюсь, после этого. Вот. Ну, если вдруг у меня не получится со шнурком вот этим играть, то я, возможно, буду играть через Nox. Через Nox лагать не должно. А, так, блин, а что мне слить? Какую карту слить? Просто мне бы гиганта поставить. Окей, давайте вышибалу сюда. На деф от этого хога. Гиганта вышибалу налево, гиганта направо, все правильно. Так, надо подумать. Я думаю, что летучих мышей закинем. Так, здесь мы будем... Нифига, 11 комонки, смешно. Ну реально смешно. 11 комонки на 4800. Ну видимо, он, у него не прокачанные мышки, а он хочет с ними играть. Ну вот это он зря делает, конечно. Так лучше не делать. Ракету чисто на что? На мушкетера, да? Торнадо непонятно вообще. Для чего ему торнадо в этой... А, это же, я понял. Хокс торнадо. Вместо там пушки и прочего. Ну, я, в принципе, могу ему вышку отдать, мне не жалко, типа, ну, здесь мы просто используем молнию, дин-дин-бим, вышку он забирает и в ответ отдает мне правую вышку. Изи, вообще изи, пока что. Поехали еще одну каточку сейчас, надеюсь, что также будет легко. Ну, блин, вообще классно. Но опять же, я вам советую, если вы тоже захотите этой декой поиграть, я вам советую экспериментировать. Вы можете взять Poison вместо молнии, вы можете взять Fireball. Да и, в принципе, это надо иногда менять, потому что иногда реально лучше Fire, чем молния. Вот. Ну вот, это очень актуально, особенно на низких кубках, потому что там в основном какой-то спам, какая-то дичь непонятная. Да, иногда молния решает, но... Она бьет в основном уже по точечным, в точную какую-то цель. И задевает только три цели, да. Поэтому иногда лучше фаер. Но у нас есть стрелы, например, против орды мух. Зап у нас есть против разной мелочи. Вышибала для этого есть. Поэтому если еще взять фаер, это прям будет, ну, жир-жир-жир против спама. Но для этого здесь реально тут офигенный баланс. То есть молния тут прям в кассу. Ну, я думаю, что я его сейчас на 12 уровень, ну... Это не соперник, нет. Ну просто, если я уже против фуловых, против топов уже играю, то что мне этот 12 уровень? Я сомневаюсь, что хотя есть 12 уровень, еще прикурить дадут. Поэтому не будем спешить с выводами, а то будет стыдно, когда проиграю. Вначале такой, что там его выигрывать, а потом бац и слил. О, видите, вот он уже готовится вешать мне. Так. Фаербол, это хорошо. Да, разряд, пацаны. Топовый разряд. Не сбил разгон принцу. Так, я понял, это колода дабл принц. Ну, что я могу сказать? Пока ничего не могу сказать. Пока страшно. Пока проигрываю. Вот, ну ничего, у меня вышибала, в принципе, есть. У меня мини-пека есть. Так, вас лагает, нет? По-моему, в один момент только зависло. Так, ну что? Май сангр. Поехали. Ух. Ну, я, конечно, много чего видел, но, бля, вижу лаги. Пацаны, ну, честно, потерпите, вот в понедельник уже придет шнур. Я кстати, надеюсь, что через тот адаптер я смогу в ОБС его как-то вкинуть и захват окна сделать. Просто я ни разу не пользовался подобной фигней. Блин, раньше все было окей с этим, с AR-сервером. Сейчас что-то вообще жуть начал лагать. Но это из-за интернета. Хотя интернет у меня хороший, многие бомбят, типа, холодик, у тебя 700к, и у тебя лаги. Ребят, честно, я подключил самый максимальный, самый лучший, который возможен мне интернет в доме. То есть максимальной скоростью, да и в принципе он сам по себе нормальные мегабайты выдает. Я не знаю, что тут иногда связь пропадает. Я вроде не где-то в деревне, но... Ой. Сам от этого, ребята, страдаю. Поэтому извините. Так. Это хорошо, что у него орда мух. Так, смотрите. Тихо, главное не наноси урон. Так, смотрите, сейчас вообще идеально будет. Бам, бам, бам. И минус все. Так,
Блин, стрелы. Ич, хорошо. Стрелы, конечно, кривые, но я так, чтобы еще там по вышке попасть. Он разряд кинул, найс. Так, найс. И летучая мышка еще урон нанесла. Так, вышибалу снова загоняем. Тут давайте гиганта, чтобы темный принц не мешался нам. Хотя, кстати, Хок мог его оттолкнуть на вышку. Немножко было опасно. Так, все пока хорошо. Я жду ледяного. Да, в принципе, давайте урон нанесем вот так вот по вышке и по принцу. Так, прекрасно. У нас еще вышибала живет. Здесь давайте закидывать еще одну вышибалу, потому что сейчас уже Хок пойдет. Здесь летучих мышей. Здесь мы используем разряд, потому что ледяной колдун падла сейчас будет нам мешать. Найс. Так, сколько бьет молния? Нормально, нормально. Сейчас молния, стрелы. Стрелы же добьют. А, 3 хп останется. Ладно, ладно, пока не будем спешить, а то видим, что там вот атака идет. Мини-пека. Так, хорошо, все, теперь у нас хватает. Это, походу, ночная фурия Гранды катать пришел. Ну, я выиграл, я выиграл. В общем-то, друзья, пока я буду монтировать ролик, возможно, Даня мне грант пройдет на 12 побед, открою сундучок на стриме. Подписывайтесь на канал, скоро будет еще стримы и на основе, мы будем глобал играть. Но пока что стримы будут чисто по твингу, потому что, ну, в начале сезона не вижу смысла играть на основе, поэтому... О, блядь, это как током ударило. Все. Завершаю выпуск, спасибо вам за просмотр. Ставь лайк, если досмотрел до конца. Напиши в комментариях плюс. И пишите комментарии, побольше комментариев. Нормальных каких-то, чтобы можно было реально почитать, может что-то пролайкаю. До новых встреч, друзья, увидимся на стриме. Пока.